С 20 декабря в Приднестровье началась торговля главным атрибутом Нового года. В этом сезоне предприятие «Приднестровье лес» заготовило более 3000 хвойных деревьев. Их приобрести можно как в розницу, так и оптом. О начале елочных продаж Никита Кондратов. До Нового года осталось 10 дней. Солнце пока не по-декабрьски ярко светит. О приближении праздника напоминает календарь и нотки новогодних ароматов на улицах республики. Ели и мандарин. Чем ближе 31 декабря, тем выше спрос на хвойные. В городах Приднестровья появились традиционные для последних недель уходящего года елочные рынки. Но это далеко не повсеместное явление. Это только начало, сейчас еще очень мало, как бы это только первая, скажем так, маленькая ласточка. Сейчас в дальнейшем будут подвести елки. Все, кто желает купить либо реализовывать елки на законных основаниях, могут обратиться в госадминистрацию. Мы даем всем разрешение. С открытием рынков прибавилась работа у милиции. Это не только охрана праздничных елок, но и всех хвойных деревьев на территории республики. За незаконную вырубку административная, порой и уголовная ответственность, а также крупный штраф. При покупке главного новогоднего атрибута следует не забывать квитанцию для избежания лишних вопросов со стороны правоохранительных органов. Рядом с Кицканским лесом раскинулась плантация елей. Они годами растут и ждут своего часа. Возраст от года до 6. Размеры также на любой вкус, от метра до 5. Самые большие попадут на утренники в общеобразовательные учреждения. Вырубка идет поэтапно. Те площади, которые высвобождаются, мы вот там можем с вами это увидеть. Эти площади высвобождены. Будет подготовлена почва и высажены новые молодые ели. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. В канун праздника многие хвойные поменяют адрес прописки. В этом году около 3000 елей с кицканскими корнями окажутся в домах приднестровцев. В продаже елки с 20 по 31 декабря. Рынки открыты с 8 утра до 10 вечера. Никита Кондратов, Дмитрий Доброходов, Алексей Двоенкин. Первый Приднестровский.